Всем привет, ребят! Это Trust Monument V2. Сегодня вас ждет очень интересное видео, потому что один из вас может получить эту деку бесплатно. И сегодня мы поздравим Макара с днем рождения. Но для начала хотелось бы поговорить про вот это минорное обновление Trust, рассказать, что поменялось, и в целом, типа, немножко рассказать вам про деку. Также напомнить про промокод AX в Trust Scooters. Итак, это минорное обновление на шумевшей деке Trust. Как вы знаете, я довольно долго покатался на этой доске, и я очень доволен и восхищаюсь ей, потому что это действительно прочная, очень контрольная и удобная дека. Так вот, вторая версия. Изменили дизайн, все хорошее от предыдущей доски, естественно, осталось. Добавили новый фендер, он стал более милый такой и с вырезом. Из основных плюсов это очень прочный стакан и пятиканальный профиль. Но если вкратце, то у нас получается внутри металла есть 5 вот таких вот рельс дополнительных прочностей. За счет этого пятиканального профиля дека не бананится, и в целом она очень прочная и удобная. Все плюшки старые сохранились, плюс-минус вес такой же, и это остается очень крутой декой за адекватные деньги. Я сам на ней довольно долго катался, очень нравится. Теперь возвращаясь к теме нашего видоса. Недавно у Макара был день рождения. Я его пропустил, потому что находился в трипе и приехал только вчера. И он сейчас катается на моей деке Trust первой версии, которой там уже полтора года. Попросил он у меня фендер. Ну, я говорю, конечно, типа, приезжай, я тебе фендер дам. А подарю я ему вот эту деку. Ну и фендер тоже. Посмотрим на его реакцию. Надеюсь, он будет рад. И сегодня же, естественно, мы поедем кататься и будем ждать от него крутых трюков и в целом интересный парт. Поэтому, let's go. Досматриваем видео до конца, потому что в конце будут условия конкурса и Monument V2 я также разыграю у себя в Инстаграме. Ну и еще парочку фэнтов. Снимаешь? Да. Макар приехал. Ну, понятно. Спасибо. С вами комфорт? Я нет. А где он? Да. Мы же кататься едем. С тебя сегодня бенгеры. Днем рождения. Да, вторая? Да. Ну, ты сегодня... Это моя машина? То есть мы едем сейчас ко мне ставить ее? Да. Выставляй. Да, запас. Спасибо большое. Катайся. Поехали тогда, получается? Ну, сейчас соберусь. Ну, окей. Ну, там сняли пост. Чё, последний штрих и дропы? Back in my bag, yo. Conscious. Nice, yo. Dumb. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. Put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she carrying silver. When she keep on turning head, cause when she woke that thing, jiggle, jiggle. And we going back to back on them like we Huey and we Riley. This that back in my back flow, we back again so highly. This that back in my back flow, we back to chase the climbing. This that back in my back flow, we bring the force like Tommy. Back in my back flow. 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 Back in my, this my, back in my bag, flow, back again. Yeah, we keep on stacking, it was happening. Everything with Gucci got me feeling like I'm back with it. Like this in the movie, yeah, so shout out to the cameraman. Going to the scene, it's going down like an avalanche. Steady going up like a travel plan. Homer sent the days, lucky how we plan.
И завершающий спот сегодняшнего дня – блоки. Посмотрим сейчас, что он придумает. Если видео на этом не закончится, значит Макар красавчик. Ну что, как тебе? Доска, день. Доска? Классно. День отличный. Только не добрался. Но если бы не прогнали, добирал бы? Конечно. Уверен? Да. Пальчик. Так может? Нет. Не, чувак. Ай, хороший. Итак, пацаны, мы готовы зафиналить этот видос и зафиналим мы его конкурсом на деку Trust Monument V2. Как я уже говорил ранее, абсолютно новенькая запечатанная дека отправится одному из вас к победителю. Но давайте вкратце подведем итоги. Дека Траст Макару максимально подходит под его стиль катания и в целом под политику бренда. Макар доволен, я доволен, и я уверен, что вы также останетесь довольны. Кстати, хочу еще вам напомнить про промокодик на скидочку в Траст Скутерс. Он будет прямо сейчас здесь, он есть постоянно в описании. Можете им пользоваться, он работает давно, всегда и безотказно. Приятный бонус при покупке. Также будет еще два победителя, которые выиграют по Fender Trust новенькому, вот со стикерочками в подарок. Так что всего будет три победителя. Что касательно условий, все очень просто. Этот конкурс я запущу в своем инстаграме в день выхода этого ролика. Прямо сейчас смотрите на дату. Если с момента выхода этого видео не прошло 10 дней, значит, вы все еще можете успеть поучаствовать. Короче, конкурс будет на 10 дней в моей инсте с супер простыми правилами. Из разряда отметить там своих друзей в комментариях, лайк поставить, репост сделать и сделать несколько подписок на инстаграмы. Ну и еще плюс к вашей удаче будет лайк под этим видосом. Так что такие дела, ребят. Я надеюсь, что вам понравился парт Макара, который мы снимали в супер кратчайшие сроки. Лично я им очень доволен. Единственное, что вот VIP-набор с блоков надо будет добрать. Но это по-любому будет, так что следите, подписывайтесь и забирайте призы, пацаны. Все, до новых встреч. И итоги, кстати, будут в прямом эфире в моем инстаграме. Короче, все супер стандартно. Все, пацаны, до новых встреч. Пока.